В эфире «Чудо техники». Меня зовут Сергей Малоземов. И прямо сейчас рубрика о наших соотечественниках, которые создают что-то новое. Инженеры, изобретатели, врачи, предприниматели. Каждый может стать умельцем недели. И вот кого мы выбрали на этот раз. Легкую альтернативу шумному и создающему много выхлопов снегоходу создал предприниматель из Самары Максим Гнедов. Его электрический сноу-скутер весит 45 килограммов, перевозимый груз до 140 кило, быстро разбирается, помещаясь в багажник легковушки, имеет отсоединяемый аккумулятор, который заряжается дома за 4 часа. Этого хватает на 30 километров пути. Он разгоняется до 30 км в час. На данный момент в этой версии это максимальная скорость. Это по ровной поверхности. То есть в горку, конечно, он будет ехать медленнее. Есть круиз-контроль, а кататься можно не только по снегу, но и по песку, болоту, гравию. Стоит устройство недешево – от 150 тысяч рублей. Но и делают их пока штучно, на заказ. Максим уверен, что его детище ждет успех. Сноу-скутеры будут покупать и для поездок на охоту, рыбалку, для доставки мелких грузов в труднодоступные места или, например, для охраны территории. Он отличается от классического снегохода тем, что он меньше, он бесшумный. То есть нет какого-то тарахтения, его можно использовать в черте города без проблем. Не нужны горюче-смазочные материалы, какие-то бензин. Соответственно, он не пахнет, его практически можно хранить дома, где-то на балконе. Сейчас Максим работает над конструкцией сиденья и совершенствует аккумулятор, чтобы не терял часть емкости, как пока происходит, при температуре ниже минус 20. Максим Гнедов, который прокладывает новые дороги в нашей холодной стране. Именно его мы выбираем на этот раз умельцем недели.